ось весь шлях, которым Господь вел наш народ. В тем лику и ось такие трагичные сторонки истории нашего народа. Ось, так само мне пригадалось, поминайте наставников ваших, да? Чему? Потому что так само сирот закатованных это были люди, интеллигенция, наставники, это были святары, ну, то бок, саправды тые, кто являлся элитой нашего народа. Ну, можно полные и иншие места некие там знайсти, пригадать, але саправды, я думаю, что это вельми важная справа для христиан. И я нават перакананы, что христиане, яны повинны задавать у гэтым ісці наперадзе, да, то бок даваць некі прыклад людзям і самі ведаць пра такія месцы, сапраўды вот маліцца і прыводзіць знаёмых, знаёміць вот з гэтай такой старонкай гісторыі. Вось, ну і сёння вот я ведаю, што мінулую суботу выходзілі ў курапаты. Гэта такое найбольш вядомае і найбольш вялікае, напэўна, месца стратаў вось такіх невінных людзей. Вось, але як казаў адкрывальнік курапатаў Зіно Станіславіч Пазняк, парк Чалюскінцаў гэта па сутнасці другія курапаты. Другія. Да, ну по велічыні вось у тэрыторыі Менска, тэрыторыі Менска гэта такое, ну, адно з такіх, зноў жа, масавых месцаў знішчэння людзей. Ну і больш падрабязна я тады папрашу, чтобы Андрусь нам распавёў менавіта пра гэта месца, што вядома. Амен, я так само вось які раз пачну з пытання. Вот як думаеце, калі вось бальшавікі пачалі змагацца з царквой? Праз колькі часу пасля прыходу да ўлады? Пасля 18-го вы маеце ў базе? Ну, бальшавікі прыйшлі да ўлады, як мы ведаем з гісторыі. У якім годзе? Ну, 1917 год. Так, 25, ноч 25 кастрычніка на 26 кастрычнік. Ну, паводле старога стылю, паводле новага, з 6 на 7 лістапада. І фактычна, вось у гэту ноч, калі яны прыйшлі, ўжо праз 2 гадзіны, яны пачалі барацьбу з царквой. То бок выйшаў такі дэкрэт аб зямлі. Аб зямлі, там была такая цэлая частка пра адчужэнне царкоўных і манастырскіх земляў і нерухомай маёмасці. То бок у адзін момант усе цэрквы, манастыры, кляштары, усе духоўныя навучальныя установы, яны пазбавіліся сваіх будынкаў, сваёй маёмасці, і гэта ўсё перайшло ва ўласнасць дзяржавы. І ў гэтым сэнсе было вельмі выразна так узяты курс на тое, каб знішчыць царкву як інстытуцыю. Другі такі вельмі важны дэкрэт, ён быў 16 снежня 1917 году. Ён так цікава называўся аб скасаванні шлюбу і аб грамадзянскім шлюбе. Аб скасаванні шлюбу і аб грамадзянскім шлюбе. У гэтым сэнсе ну, там, як развод, ну, скасаваць шлюб гэта як агульныя жоны? Што што? Агульныя жоны? Не, 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 та скасаванне шлюбу з кім? Паміж людзьмі. Маецца на ўвазе адмена царкоўнага шлюбу. То есть регистрация была у церкви, я так понимаю. Да, державная, да? Да, 1917 году все шлюбы, яны регистрировались и фиксировались только у церкви. Только у церкви, да. И были отповедные записи. Почему все ж таки так было? У гэтым сэнсе, ну тут это трэба некалькі лекцій спецкурсаў чытаць, чаму адбылося гэта. Адступілі ад Бога. Мы, ну да, генеральна адступілі ад Бога. І в гэтым сэнсе вельмі важны момант, што было ўведзена такое паняцце як грамадзянскі шлюб. Грамадзянскі шлюб это значыць тое, што людзі, якія ўступалі ў шлюб, яны павінны былі зарэгістравацца ў ось это дзяржаўнай установе, пазней яна пачала называцца ось ЗАГСам. І таксама і скасаваць шлюб. Скасаваць шлюб, ось гэта павінны былі толькі ось гэта праз ЗАГС. Ну, у большасці канфесій, у прынцыпе, ўвогуле такое скасаванне шлюбу, яно было вельмі-вельмі рэдка практыкавалася і так далей. Тут зрабілі некім чынам такія ось вольныя. Але самае галоўнае, што ўвялі такое, што можна было
на початку можна було, після і фактично обов'язково стало, що без церковного уділу у створенні сім'ї. Відповідно. Наступне, це було студень 18-го року, це відділення церкви і держави, і школи від церкви. 10 студень 1918 року, декрет знакомитий, де все церковне навчання, воно було виведено і скасовано як з'ява. Були перегляджені. Там же були ще последствия після того, що аморальні. То есть, когда начали разрушать устои, вот, и в 20-х годах там были же, что отменить семью вообще. Ну, не так. Просто там бы ее стрелять. Регистрацию церковную, вот, а отменить вообще семью. Я работала в областном архиве, я смотрела все там судебные дела. То есть, женщина принадлежит коммуне. Уголовная и административная. И вот в 20-х годах, честно говоря, из-за того, что запретили в церквях, люди не бежали в ЗАГС регистрировать браки. Очень много было гражданских браков, и потом было просто уйма дел об установлении отцовства, взыскании элементов. Просто суды были завалены. Пришли последствия этого декрета. Декреты не начали вводить, ну а как практика, она так само почала вот это и практика уплывать это и на практику. И в принципе была вельми серьезная створена такая база, якая, ну для чего я все это рассказываю тут вот на этом месте. Потому что все вот эти законодавшие акты, это я только некоторые назвал акты, потому что там были специальные там об скасовании там реестр профессий был в Советском Союзе, скасовали такую профессию как святар, что не повинно было. Но отповедно научальные дисциплины, теологию вывели из этого. Ну, короче, борьба с религией. Поступово все пошло. Считалось. В принципе, оно, ну вот, верми так правильно сказали, что были такие речи, такие вот, ну, абсолютно дикие у формы там это такой фактично массовой проституции такая. Ну так. Это такие было. Але самый важный момент, что навод не это, а самый важный момент, что все это начало вельми серьезно уплывать на снижение каштовности человеческого життя. Да. Тобок держава, она стала, скажем так, выконывать, ну, захопила функции церкви і посягнула на функції Бога. Тобто вона вже визначає там як усе, хто повинен жити і хто не повинен жити. Уже у таким християнським розумінні, в принципі, ну, як ми розуміли, що таке ось це большевизм, у християнському розумінні юридична правоприділяльна практика, вона була скасована. Було уже так званий класовий підхід. Тобто уже, скажем так, держава поставила себе над юриспруденцією. Тому що, ну, навіть уже у римському праві там було, що кожен відказаний за своє злочинство, і його вина, він може бути названий злочинцем тільки, коли його вина доказана у суді публічно. Ось навіть уже римське право, воно було скасовано. Не кажучи вже там про церковне право. Був такий класовий підхід у тим сенсі, що є цілі категорії людей, які, в принципі, підлежать ліквідації. В першу чергу, ось це були такі служителі культу, як вони називали. Буржуазія, там антисовєтські елементи, представники там непролетарських партій, от так далі. У них був такий великий спіс цього всього. Значить, у 1926 році була створена така організація масова «Союз войовничих безбожників». Союз войовничих безбожників, у кожному місті, при кожному виконкамі були його відділення. СВБ, это знакомитый Емельян Ярославский, его означали тут в Москве. БССР так само была организация, это Союз войовничих безбожников. И фактично были одночасово уже уведены, скажем так, эти ячейки в школах. В школах, у каждой школе повинен створяться был Союз войовничих безбожников. В 1928 году ось это Емельян Ярославский, представник Союза войовничих безбожников, 10 снежня, и он выступал на этом съезде великим, такие собрали со всего Советского Союза, и он назвал, что на религийном фронте для нас основную небезпеку
уявляюць сектанты баптыцкага толку, таких іванскіх хрысціянаў, ён назваў, што асноўная небяспека, таму што да гэтага часу была адносная лібералізацыя. Таму што лічылася, што іванскія хрысціяне ў часы Российской империи в часы царизма, яны были конфессии, якую пригнеталі. Тому же советская влада дала вот эту свободу, певную свободу, и было это обмежевано репрессиями. И в 1928 году это отменено, и почалися вот репрессии такие массовые. 1928 год, это есть год, когда начали вот расстреливать в этом Ваньковицком лесе. Ваньковицкий альбо Комаровский. То, вот, то это место и есть Ваньковицкий? Так, вот это место и есть. С 1928 года тут начались расстрелы. Значит, что? Куропатовского года. 1937 года, там же, вот, шильда такая есть. Ага. Ахтаром. Начались репрессии, расстреливать. Ну, да, ну, добро, не важно. Так. Тут... Здесь раньше, получается. Ну, там начали вот это, сюда я. Это был час, что такое 28 год? 28 год это год первой советской пятигодки, это обвешанный такой год великого перелому, это год, когда, скажем так, во всех школах была уведена, скажем так, пропаганда атеизму как программный материал, потому что это уже было не, там, не просто гуртки там, это воевничих безбожников, все что, а это был обовязковый программный материал. И 28 год, это уже, скажем так, было принято постанова про массовую коллективизацию, суцельную коллективизацию, суцельную, например, раскулачивание. Ну так, раскулачивание, высылка, все остальное. И тому тут, на этом месте, вот у этой Ваньковицкий лес, на початку, когда расстрелы еще не были такие конвейерные, тут просто было место похованию. Было место похованию, потому что сами, людей расстреливали там у центра, в военной комендатуре, у дворы. И уже тело привозили сюда, на это место, и тут их ховали. Вот Францишек Аляхнович у своей книжке «Каптюра ГПУ» расписывает этот процесс, что расстрельные списки они затверждались в Москве, и Сталин их затверждал там, формально президиум Верховного Совета, и они затверждали завсёды у неделю. В неделю у них был такой день, когда они подписывали этот список. И тому понеделок, вот, на их сленгу, вот, ОГПУ, он был такой разгрузочный день, что разгружали турму. Значит, у неделю приходили этот список, а в понеделок уже расстреливали и привозили сюда, тут, вот, на это место. Уже с 30-го года почала не справляться эта система там у этой дворику военной комендатуры, и почали уже людей приводить сюда и тут расстреливать. В 1989 году тут на этом месте были проведены, ну, разом с Куропатской справой были проведены раскопки и эксгумация. Были найдены тела, пробачьте, порештки расстрелянных с характерными прикметами гвалтовной смерти, раз стрел у потылицу альбо в скроню, с системы пистолетов, системы наган. И тут было фактично усталявано как место массовых расстрелов. Уже в 1932 году начали будовать парк Чалюскинцев, тут побольше же вот с этим, трошки далей. И тому опошние расстрелы тут проводились, в 34-м году его официально открыли, и тому опошние расстрелы тут на этом месте проводились где-то в конце 33-го, а початку 34-го года, еще до массового террора. Науковцы оценивают, что на этом месте расстреляно где-то 2-3 тысячи человек, примерно. 2-3 тысячи человек. Ну так. Так они тут захованы были? Прямо на этом месте? На этом же месте, да? Так, так. Вот тут, где мы стоим, тут, где крыш стоит, тут это все, тут вот могилы. Максимум мы стоим на вот. И, то есть эксгумация, как вы сказали, отбылась, но не все? Не перезахоронили. Не все? Ну, конечно, эксгумация отбылась только вот до того, как подтвердить, что тут так само было, потому что как это отбылось. Вот это
знайшли вот это шофера одного, який показывал, что расстреливали куропаток, и он возил куропаток. Але так само он сказал, что тут, на этом месте, так само вот сюда ездили машины, але ранее за куропатские. И он конкретно показал место, куда он особисто приезжал, и где бачил, что людей расстреливали. И он сам сказал, что бачил это вот люстерка заднего выгляда, людей выводили, их стреляли, засыпали землей и, тогда уже назад ехали. То есть кости не были отсюда не перезахоронены? Нет. Так, они тут и остались, кости. Как это на его покинули, этого водителя? Что? Как на его покинули, они забили сами Светку. Выжил, удалось выжить. Да. Там же, разумеется, таких Светков, это же были не одинки Светков. В часы массового террора там их и забивали, и там расстреливали. Некоторые выжили, некоторые... Это все... Это молчалось. Эта система была такая, что и она... была вельми серьезная. И вот это пытание один из таких письменников, Василь Хомченко, член Белорусского народного фронта «Одраджение», он поднял пытание, как мемориализовать это место. Еще при Советском Союзе в 1990 году тут был усталеван крыш, и мерковалось сбудовать тут каплицу. Каплицу на этом месте, как люди могли сюда прийти помолиться, и в этом смысле. Зрабіць такі мемарыял, але гэта не было зроблена, мы самі разумеем чаму, пэўны час прайшоў, ўжо гэта тэма перастала быць такой актуальнай, і пачалося ўвогуле замоўчвацца на працягу пэўнага часу. Сусветнай вайны тут быў таксама такі лагер савецкіх палонных. Вот тут братская могила недалеко находится, там вот мемориал, и... Там тоже есть такой мемориал? Камень какой-нибудь? Что-то там, есть? Там уже такой? Мемориал. Мемориал. Там, что потому что там вот это... В принципе... Противоречит государственной истории. Так. Потому что там, потому что это были немцы, да? Забивали, снищали немцы, нацисты. Понятно. И в этом смысле, тут... То есть вина не наша? Так. Войну мы помним. В этом смысле. Хоть так само треба разуметь, якобы ходилися советскими военнополонными нацисты, якобы ходилися коммунисты. Да. В принципе, розницы мало. Потому что той, кто потраплял у полон, мы ведаем, что их после вызволения лечили зрадниками. И больше за того, семьи их, это были семьи ворогов народу, якія подлягали депортации, высылцы у отдаленные районы СССР. Тому тут, глибоко мало хто копає, навіть, але ситуація з воєнополонними, вона, прикладно була однолькова. В этом сенсі, ось тут були лагери, тому що це, було далеко, доволі далеко від городу. Точніше, не було тут. Тому там, де ось академія наук. Академія наук, опошнє здання було. Опошнє, ось гэта, а там далі вже все, тут було теж, ми за городом вже знаходилися. Тут вже ліса були, партизанські. І в этом сенсі, не глядячи на те, що тут було вельми шмат заховано і совєтських воєнополонних, так само я не знайшов лічби, там кольки їх було. Кольки. Поховано. И тоже не было эксгумации и переноса этих костей, останков? Как было зрозумело, что в Советском Союзе, в принципе, нигде такого не робилось. Только немцы своих фашистов считают. И поляки тоже, все могилы у них ухоженные. Да, и в этом смысле, нагадаю, что у советском войску не было такого, потому что, звичайно, в европейских армиях есть поховальное такое отделение, которое там фиксует это прозвище, и навод робит струны. Звичайно, им пнутся, как зробить струны, В Советском Союзе, в Советском войску такого не было, не фиксовало, просто клали там тело. Часом навод не фиксовали, коли это было только там, некие такие... Локальная, межавальная там деяние, но это уже иншая тема. Тут был холодкован мемориал, и зрабили вельми важную одну речь. Это то, что, не глядя на то, что открыли мемориал, парк,
чалюскінцы, вот это забавляльные, атракционные все. Яны тут не пераносілі, а пасля вайны тут зноў аднавілі і яшчэ яго больш разбудавалі. Ну і фактычна тут вось, ну там дыскатэкі, тут усё гэта так. Да. Было. Доскі называюцца. Не можам мы нават меркаваць. Вось мы тут з Юрасём ішлі па дарозе, і ён выказаў такую, я думаю, што вельмі правільную здагадку, што вот наказалі пра абсерваторыю. Абсерваторыя, у прынцыпе, гэта ж таксама тэрыторыя вось гэтага Ваньковіцкага лесу. І тут хіба што гэта адна мясцовасць, вось адна плошча там, дзе вось гэта былі пахаванні ў 28-34 годах. Гэта хіба што адзін такі момант. Ну і што, чым гэта ўсё завершылася? Присоединяйтесь, послушайте. Чым гэта ўсё завершылася? Мы гэта разумеем, што ў 1953 годзе памёр Сталін, і ў 1956 годзе пачалася рэабілітацыя. Працэс рэабілітацыі, Генеральная прокуратура Савецкага Саюза праводзіла гэту рэабілітацыю, але рэабілітацыю праводзілі толькі на першапачатковым была тых, хто быў у лагерах, тых, каго трэба было выпусціць, ну і тых самых знакамітых партыйных дзеячаў, якія былі у скажам так, якія былі расстраляныя. Працэс рэабілітацыі фармальна завяршыўся ў 1990 годзе. Вось калі былі асноўныя, скажам так, падняты судовыя справы і праведзена, і гэта рэабілітацыя закончана. Ну і такім чынам у гэтым жа 1990 годзе была ўсталявана вось гэты памятны знак. Места креста? Памятны знак, які, ну вось тут, крыж сімвалізуе. Крыж у 1990 годзе, які быў, які сведчыць пра тое, што на гэтым месцы адбываліся расстрэлы і тут пахаваныя людзі. Ось у мене все, дякую, великий зовут.